Итак, всем привет, Алексей Коткин, экологический экскурсии в Петербурге. Мы с вами находимся в Мистрецком болоте. И за моей спиной находится самая милая роща Петербурга. Потому что это роща из самых маленьких деревьев нашего города. Это карликовые березы. Их размер не превышает, не знаю, 20-30 сантиметров. И они практически все нам по колено. Вот это, вот эти маленькие прутики, которые торчат из земли, на самом деле это настоящие взрослые деревья. Я вот покажу, как они выглядят. Вот это, ребята, это карликовые березы. Это большое взрослое дерево. Вот такого размера оно достигает максимального практически в течение всей своей жизни. Так что перед нами небольшая рощица березовая. Но если вы это не знаете, вы пройдете здесь мимо и ее даже не заметите. Поэтому знать это очень важно и главное интересно. Чем больше знаешь, тем больше видишь. За этим стоит учиться.